живое спасибо. Мы хотим выстроиться в буквы. Может быть, кто-то уже обратил внимание, на площади уже начерчен рисунок. В живое спасибо. И заснять это все, собственно, с высоты птичьего полета. Этот фильм мы покажем 9 мая в 8 часов возле городского дворца культуры на праздничном концерте. Поэтому те, кто пришел сюда просто так или участвует в акции, подходите, получите георгиевскую ленточку, и буквально через некоторое время мы начнем. Нашим ветеранам, всем тем, кто у нас воевал, всем тем, кто у нас работал в тылу. Говорим мы это спасибо. Вот на этой площадке, на этой площади, сейчас волонтеры наши из вас будут выстраивать буквы. Вот начиная первая буковка «С». Чтобы не толпиться, прям подряд вас будут выстраивать, а вы пока вот стойте на месте, хорошо? И вам будут говорить, что делать. В финале, как только мы выстроим все буквы, мы все поднимем наверх шары, и будет проходить фотосъемка сверху, и будет видно. Но вы все увидите сверху, что вы выложили вот это прекрасное слово, где мы говорим большое-большое спасибо. Пожалуйста, волонтеры работают.